9 участников, я вижу. И представляю спортсменов. Номер 44, Виталий Озеров, клуб Петербург-Краевского. Номер 60, Илья Корнильев, клуб «Фитнес-хаус». Номер 206, Георгий Марцинкевич, клуб «Светогор». Номер 209, Игорь Морозов, «Топ-джим». Номер 221, Станислав Комиссаров, Мурманская область. Номер 222, Александр Коробков, «Спортлайф». Номер 224, Сергей Лазин, Петербург-Краевского. Номер 225, Дмитрий Брекиев. Есть ли он на сцене? Я не вижу его. Нет. Номер 226, Алексей Беккер, «Фитнес-хаус». Номер 227, Владимир Борисов, «Планета Фитнес». Итак, я прошу участников встать спиной к студиям, пожалуйста. Традиционная, наверное, питерская процедура, оценка пропорций, поворот спиной к студиям. Судьи оценивают пропорции участников. Поворот лицом к судьям. Итак, я прошу участников, которые стоят на сцене, приступить, собственно, выполнить обязательное положение. Двойной бицепс, пожалуйста. Двойной бицепс. Широчайшие. Бицепс сбоку. Двойной бицепс сзади. Широчайшие. Двойной бицепс, пожалуйста. Широчайшие. Бицепс сбоку. Твой бицепс сзади. Широчайшие. Пресс бедро, последнее обязательно положение. Бицепс сбоку. Алексей Петькер, номер 226. Я тебе покажу, кто тут number one. Я пришел в игру, будто Тамерлан. Я называю места, занятые участниками, с 10 по 1. На 10 месте по решению судей участник по номеру 60 Илья Корнильев, клуб «Фитнес-хаус».
А на девятом месте Виталий Озер, номер 44, Петербург Краевского. А на восьмом месте Дмитрий Брекиев, клуб «Лидер», номер 225. Седьмое место Станислав Комиссаров, номер 221, Мурманская область. А на шестом месте Игорь Морозов, номер 209, клуб «Топ Джим». А на пятом месте Сергей Лазин, Петербург Краевского, номер 224. А на четвертом месте Георгий Марцинкевич, клуб «Светогор», номер 206. Итак, три участника остаются ненагражденными. Сразу же могу сказать, что есть явный лидер, который занял первое место по единогласному решению судей, и спортсмены, занявшие третье и второе места, очень долго боролись. Разница между третьим и вторым местом всего лишь 1 балл. 46 против 45. На третьем месте с результатом 46 баллов представитель клуба «Спортлайф» Александр Коробков, номер 222. На втором месте представитель клуба «Планета Фитнес» Владимир Борисов, номер 227. Владимир по непонятной причине. Видимо, 227 номер Владимир Борисов, «Планета Фитнес». Видимо, курит в туалете, где нет трансляции о том, что он занял второе место. За первое... Он стоял, но куда-то ушел. За первое место награждается Алексей Бекер, представитель клуба «Фитнес Хаус», номер 226. Призы от нашего генерального спонсора компании Олимпик Бати, от наших спонсоров. Fitnessbar.ru. Да, пожалуйста, награждение за второе место. Володя, а что ушел-то? Объясни нам, пожалуйста. Психанул. Бекер! Мужчина категории 80 килограммов. И напоминаю, что Алексей Бекер получает право участвовать в абсолютном первенстве по бодибилдингу среди мужчин, который состоится в конце наших соревнований. Было ощущение, что ты немножко дергался, что можешь не выиграть. Вот такое. Было такое. Но мы очень рады, что единогласным решением судей ты признан победителем. Я тебя поздравляю. Ты молодец, спасибо. И надеемся, что ты будешь достаточно достойно участвовать в абсолютном первенстве.